Эо Андромеда – дьякарский организм, состоящий из 8 радиальных спиральных рук, исходящих из центра тела. Находится в двух топонимических отложениях – в стандартных и дьякарских в Австралии и в каменноугольных формированиях Даушаньто в Китае, где окаменелости содержатся в изобилии. Было найдено несколько десятков экземпляров размерами примерно от 1 до 4 см в диаметре. Их тело круглой формы с 8 щупальцами или руками, которые расположены по спирали друг за другом. Спираль у разных видов либо по часовой, либо против часовой стрелки. Руки или щупальца австралийских видов больше и более плотно прилегают друг к другу, в отличие от китайских представителей. Несмотря на то, что австралийские виды имеют меньший диаметр, они часто находятся близко к своим сородичам. Организм сначала описали как окаменелые следы неизвестного животного, а также считали представителем фораминифер. Тем не менее, открытие китайских окаменелостей, которые сохранили органическое вещество, исключают эти описания, потому что сохранение сланцевого типа Burgess отображает наличие относительно твердого органического материала. Из-за необычной формы спирали их сравнивают с эмбрионами, найденными в Даушаньто. Ученые будут придерживаться этого сравнения, пока не будут найдены промежуточные формы. Организм имеет внешнее сходство с иглокожими, гребневиками и некоторыми другими представителями дьякарской биоты, но это не имеет достаточных физических характеристик, чтобы установить принадлежность к тому или иному животному. Если будет подтверждена принадлежность к известным животным, то окаменелости у Андромеды будут самыми ранними окаменелостями взрослых животных. Тем не менее, до сих пор не выяснено, может они относились к водорослям, окаменелости которых полно в Даушаньто. Это не исключено, но считается, что для водорослей Андромеда слишком сложный организм. В дьякарском или венском периоде имелось два вида биоматерии многоклеточных организмов. Дьякарская биоматерия – это сообщество многоклеточных организмов, таких как Диккенсония, Йоргия, Кимберелла, Чарния, Хорниодиск и многие другие. Биоматерия миоохского типа характеризуется водорослевыми микроокаменелостями. Эти окаменелости имеют форму плоских органических каменноугольных пленок. Это тень, оставленная органическим веществом плоти организма. Попытка найти связь между организмами, состоящими из разных биоматерий, очень проблематична, потому что они имеют очень много различий в строении. Одни отпечатки, например, бёрджесские, сохраняют черты строения организма, в то время как каменноугольные показывают лишь тень, оставленную любым стойким органическим веществом. Это ставит нахождение связи между разными представителями дьякарской биоты в тупик. Эо Андромеда – один из нескольких организмов, которые могут подойти к разным видам биоты. Есть еще такие организмы, как Альбумарас и Анфеста из формирования Даушаньто, также белтенелоиды из формирования Луамца в области Белого моря России, а также из формирования Даушаньто, ну и также цикломедуза из формирования перевалок в Центральном Урале.